Драм-кружок, кружок по фото, и скоро это все будет в Звенигородском микрорайоне Супонево. Первый и второй этажи жилого дома на Нахабинском шоссе передали в безвозмездное пользование Веденскому дому культуры. По плану в помещении будут работать образовательные, музыкальные и спортивные кружки. Откроется шахматный клуб, хор ветеранов и филиал активного долголетия. У нас есть потенциальная загрузка этого помещения. По кружковой деятельности дом культуры охватит у нас 200-250 человек. По мероприятиям 5 тысяч, но и 25 тысяч, это учитывая охват еще и уличных мероприятий по Звенигороду и конкретно по микрорайону Супонево. В этом году должны разработать проект филиала культурного учреждения и решить вопрос с финансированием, чтобы в следующем приступить к ремонту помещений. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».